Дорогие друзья, сегодня мы приехали в Александровку. И День защиты детей, мы немножко сделали им сюрпризик такой. Немножко сладостей от вас, дорогие друзья и подписчики, передали. Это здесь 20 деток, которые живут в нулевых зонах, а также очень близко к линии фронта, именно непосредственно рядом прям с линией фронта, и которые находятся под постоянным обстрелом. Сегодня День защиты детей, и надеюсь, все-таки в этот день в Александровку не будут лететь пули. Скажите, стреляют каждый день? Ежедневно, ежевечерне, даже в дневное время. Даже в дневное время стреляют? После обеда начинают, 5 часов, 6 часов. Мы надеемся, что все же хотя бы в этот день пули не будут лететь в ваши дома и ваш поселок. Огромное, ребятки, спасибо вам за то, что вы не забываете деток, живущих на линии фронта. Спасибо. Вам большое спасибо.